Ребята, что-то мне этот образ мой не нравится в Травиате. Валентина Михайловна, как я вам? Ничего или? Мне кажется, рыжий под рыжий как-то не очень. Рыжие волосы какие-то, рыжий этот, оно как-то, ну, блякло смотрится. Не кажется вам? Мне кажется... Нормально. Привет. С Богом тебя, красавица. Спасибо, с Богом. Ой, у меня что, я не знаю. Что мне делать? А это кто? Боже, я тебя не узнал. Но... Это... Вот это да, вот это грим. Не, прекрасно, ты что? Посмотрите на меня, мне кажется, что... Что мне делать? Рыжий к рыжему, ужасно. Да? Ужасно. Нельзя черные волосы сделать? Можно сделать их черными? Можно, конечно. Давайте сделаем черные волосы, брови. Что, вот тут вот затемним вот это, потому что ужасно просто. Я... Не, я здесь... Бери, бери, Люба. Бери. Есть, да? Давайте сделаем, да. Не, ну понимаешь, мы наш... Люба, сорви вот это. Срывай, Люба, вот эту. Бери, да. Срывай, срывай. Рви до конца все. И у меня тут такая штука. Я же должен быть голый. Я говорю, да вы что, у меня волосатая спина, у меня ужасно, это будут зрители рыгать будут в зале. Ты не нравишься, может, ты не так ходишь? И вот так вот у меня такая, я буду голиком вот так танцевать. Давай мы там поставим танец другой. И вот так буду танцевать. Прекрасно. Самое главное, штаны так срываются? Не. Не. А красиво, красиво. Ну так нормально, да. Вот так танцевать, оно более, менее, знаешь. А так, ну... Есть загадка. Ну да, а то, так, а то так получается, а ужасно, да. Все, так что, а оно еще и понятно, что это ужасно будет. Та не, давай після тебе. Давай мы тебе раздягнем. Волосата грудь чи не? Ого. В вам образе уже. С самого утра все тут. Добрый вечер. Добрый. Смотрите, ребята, как волосы красят. Да. Вот тут надо трошки у этого. Там я сейчас подотру. Пойдешь темный. Ничего себе. Хорошо тебе. Так. Какой же грим к этому, боже, я себя вообще не узнаю. Мама дорога. Потому что ты же сам по себе блондин. Потому ты себе не можешь. Так, теперь надо вытянуть. Матерь Божья. Ну так. А, все, я поняла. Я себя не узнаю вообще. Сейчас еще эти румяна цена, да? Бледные. Ну так нормально, да, лучше в таком костюме, потому что рыжий волос вообще невыразительное лицо делается. Живность. Привет, привет. Живность. Здравствуйте, Анечка. Всем здравствуйте, всем чудесной вот этой вот премьеры. Спасибо. Тебе тоже. А мне приятного просмотра. Благодарю. Так, а можно чуть-чуть как-то тоже подтемнить там, чтобы он... Потому что уже смуглое лицо получается, она немножко его так. Обязательно. И чуть-чуть на центр тоже. Чуть-чуть. Да, не так. Паричок можно эти? Да, Юлечка, сейчас. Травяцкий, да, сейчас. Мы его называем. Я сейчас дам. Ну так хорошо вроде. Растушу. Да, да, да. Шикарно. А глаза? Глаза. Ой, глаза закрыл. Ну что, как, узнаешь? Узнаешь? Ну так чуть-чуть. Ну ничего вроде, да? Хорошо, очень замечательно. Ой, да ладно, я сам выпросил. Приветик, привет. Ты меня узнаешь? Прекрасно, смотрю. А у тебя очень красивый тоже наряд, мне нравится. Обалденно такой, знаешь, строгий.
Да, классический, вот, очень красиво. Как из высшего общества. Да. Вот ну, это ну, новое, да? Ну, так, а, тогда еще. Ушили, это супер. Красивое, да. Красивое. Оля, привет, как я тебе, Даня Черный? Ой, ты такая красивая. Ой, привет. Не знаю, мне нравится. Прикольно, да, черный? Ага, рейсер. Глянь ты на меня, ну что? Ну, шик, блеск и красота. Куртизанок или как? Да, да. Вот такие у меня. Блеск нищета. А, блеск нищета. Ну как, нормально или нет? Ну, Леш, так вроде лучше, чем, потому что рыжий был вообще, ну, рыжий, и рыжий это, я как бляклый вообще делался, как поганка. Вам нравится так? Супер. Все, самое главное. У нас такие крутые декорации на Травиату вообще, крутейшие. Там женщины сзади голые изображены, картины. Вообще обалденные декорации. Зеркала это. Вначале хотел ставить Юрий Федорович Чайка. О, Юрий. Это вначале хотел ставить Чайка, наш режиссер, он умер. И вот Алексей Дугинов закончил и усовершенствовал эту постановку. Это режиссер из Харькова. Леша, привет тебе. Он вчера приезжал специально, представьте, на репетицию из Харькова, чтобы посмотреть наши там сцены. Боже мой, какая прелесть. Это водитель того машины, что мы из Запорожья когда-то ехали. На полу такие лица женщин, прям микеланджеловские. Микеланджело. Микеланджело. Такой склеп, типа, как балкон Джильды. Красивый ты, Игорек Шевчук, наш главный тенор. Потрясающий голос просто, я фанат его. Тоже, вот я работаю маленькие партии спектакля, он спел, представьте, спел Калафа, на следующий день уже пел вот этого, сейчас репетиция на следующий день сразу же этого Травиату, вот сейчас он поет Травиату, потом он поет Риголетто, ну короче, спектакль за спектаклями все. Привет, Илья. Привет. Ты меня узнаешь с черными волосами? Необычно. Спасибо. Живая, живая Джильда еще. Нормально так, не? Не совсем черным сделали, а так затемнили немножко. Ну да, это ж таким темно-темным сделали. Да. Это Валерий. Да, ты Линда. Ариана тоже это. О, это потрясающий голос. Сейчас начинается. Ведущая идет. Marchese, l'ha detto, l'ha
Твой крепкий огонь, а у него
Thank you.
Стойте. Все. Класс. Классно, что тут скажешь. Молодец, Марьянка. Спасибо большое. Человек вообще добрейшей души, Марьяна. Тебе такие кресла делали, интересно. Мне такие квартиру такие надо. Старинные. И стулья красивые. Старинные, это новые. Не, ну под старину. Очень красиво сделано. Так вот купишь и пойми, да, старое, оно очень не старое. Вот купишь такое, скажут, старинное кресло, а оно новое абсолютно. Как знать? Два, три резных шкафа были. Настоящих, старых? Старых. Да? Резные. Вот, блин. Выбросили. У нас сейчас танец будет забойный. Стулья красивые, смотрите, стол игральный. Будем играть. А где ж нам взять деньги, чтобы играть?
Ой, сейчас будет танец, боже. Сереж, а деньги нам дают играть? Неправильно поставили. Я говорю, неправильно поставили. Диванчик туда стоит. А кресло вот это сюда, естественно. Кто-то дает деньги играть, нет? Где деньги взять? Тогда здесь не пройду. Сереж, где деньги брать играть? У Оли. У Оли? Оля! Это мне или всем? Мне? Только мне, да? Все, окей. Зарплата. Деньги. Деньги. А карты? Деньги, карты. Карты лежат на столе уже. Там и фишки должны быть. А, да, фишки вот стоят. Фишки есть? Это мы пьем, типа? Типа, да, виски. Это деньги. Я не декорация мастер. А скажи, красивая, да, декорация? Мне нравится. Вообще такая... Боже, тут что-то делают, боже, тянут эти деревья. Конечно, можно. Скажи, когда вот идет игра за столом, ага. Мы подходим, там, да. Будем SM Provinci Tour. SM Provinci Tour, я уже за столом сижу в этот момент. Да, я уже сижу, я играю. Я не могу вспомнить, когда идет перепалка между бароном и Альфредом, то надо ли их разнимать? Нет, по-моему, не надо. Или мы просто... Не надо. Не надо, да, они сами. Там же не разнимают барона и Альфреда, когда перепалка у стола. Нет. Не разнимают, да. Не надо, да. Ай, дерутся. Торсом я не буду, не. А в чем? Мне там и раздевают. Раздевают они у меня тут. Раздевают тебя вот так вот. Прямо вот так вот. Прямо вот так вот срывают. Публика хочет плоть. Я считаю, что это не совсем правильно. Так поставлено. Но я вчера с Алексеем обговорил этот вопрос Дугиновым. Он сказал, что не надо. У меня пятно пигментное на спине с волосами. У меня шрамы после операции. Буду вот это крутиться. Что за бред? Слушай. Он сказал одеть, я одел такую вот очень... Глянем. Посмотрим. Сейчас делаем объявление. В зале, да. Если по пятерочке евро сбрасывается. Сколько? Я думаю, что сколько не дадут. Сколько? Один. Сейчас второй. Все, то организуем. То раздевай, все разденемся в конце, в финале. Парень сегодня танцует тоже первый раз. Там же свет выставляли, наверное. Ой, мой. Третье действие. Well.
Oh, 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 oh